Степка пока не доест, все не успокоится. Маня, ты уже юбку себе сделала из платья, да? Ну так тоже красиво. Посмотри, какая принцесса в юбке. Ой, орешки. Не-не-не-не. Нет, мне очень нравится, он дорос. Сейчас, друзья, будем, конечно, одевать малышей карандашей. Во-первых, становится холодно. С сегодняшнего дня похолодание. Во-вторых, они доросли до той одежды, которую вы присылали. Ой, ой. Так, когда ж мы отвезем? Как-то уже прижился, ты понимаешь? Сажик. Сажик, да, им с Басиком так весело. Но все равно нужно отвозить. Поделимся счастьем кошачьим. Самый шкодный сейчас стал. Сажик. Степа. Единственное, мне не нравится, что Степа всех пытается обижать. Ну! Я кому говорю? Ну, на, укуси, на. Укуси. Угу. Пираты Карибского моря. Угу. Угу. Вот так вот, ну. И попробуй меня укуси. Попробуй укуси. Оп, руку высуну. Стой ты. Степа, подожди, ты неугомонный. Глянь на него. Что это за человек такой? И Бася лежит, мы так лишь бы не заметили. Бася не тот случай. Понимаешь? Он уже наверху. Люська отдыхает по сравнению со Степкой. Ну, понятно, что он самец. Потому что Люська там могла, да, там, что-нибудь зацепить, дернуть так, чтобы привлечь внимание. Но она никогда не кусала и не кусается. Да, никогда. Никогда, да. Никого. То есть она может так вот, ну, прижать зубами, да. Но не больно. А этот больно. А этот больно, и он еще в глаза тебе смотрит. Знаешь, такой, достаточно ли тебе больно, понимаешь? Точно ли я прям вот победил? Все, па. Вот мне не нравится, что он стал за уши кусать Маню. Глянь. А если я тебя? Ты что же такое вот растет? Чудовище такое, а? Это что за чудовище? Я тебя укушу. На. Орех потерял. Один ты, понимаешь, он все, покрывало содрал, всех достал. Люська вообще отдыхает. Покусал. Что мяу? Угу, сам упал. Кто тебя доктор? Ты посмотри, какая скорость. Такое ощущение, что убыстренная, понимаешь, съемка. Так, телефон. Отходим от моего телефона. Кинг на отдыхе. Ты видишь, а ты говорил, нужно было меньше горку. Куда там меньше? Им бы не хватило, они бы только падали с горки, если бы она была меньше. А так они, конечно, теперь... И то, что поставили стол, они могут и на окно залезть. Мне кажется, им хорошо бы на окно какие-то покороче лесенки сделать. И они бы тоже туда-сюда, туда-сюда. Да. Поставить. Мне нравится. И Люська конь. Люська уже, не знаю, а ты уже поставил, да? Да. То, что она разломала.
под Люськой это все дрожит и падает. Фу, тишина в танковых войсках. Кататься не будешь? Ты видишь, хорошо, что мы на пол поставили вот эту одну штучку. Да. Ума не да. Такая юбка получилась из платья. Что опа не пролазит. Ой, ну Маня шмоточница. Маня за котом. Хорошо, что здесь много всяких ноек. Вот они на самый верх еще все-таки, мне кажется, боятся. Люська по верхам. Люська наверх. Люська вот чисто по верхам. Бась. Ты что, скоро начнут? Ты спрятался? Скажи, я скоро? Спрятался. Ну, я не виноват. Это да. Наверх. Жик, жик. Ну, я рада. Ты знаешь, что мы убрали. Маня уже, видишь, как Вовка, то шестерка, это для него не препятствие. Но мне кажется, Маню будет вот и развивать этот комплекс. Что у нас там? Ну, столы рабочие стояли, понимаешь? Ну, работали мы на этих столах. Ну, теперь в другом месте я потом... Степа! Маня, защищайся за котенка, защищайся. У Мани, знаешь, ты как уголок у девочки такой. Знаешь, вот там вот всякие куколки, типа, вещи. А это... Интересно наблюдать. Ага. Не знаю, Маня мне мышку напоминает какую-то. Вот мультик там, где эта мышка повар. Рататуй или как-то там мультик такой. Вот у нее моя Дашка, как у мышки. Ага. Нет, как мышка такая. Оп. А это, конечно, электровеник просто. Да, если бы еще все котята здесь были, было вообще хавайся. Ну, Маня как старается, старается, но лезет. Это дитё, которое мы думали, что в принципе она не жилец. Друзья, ну вот смотрите, вот после того, как... Доктор Василий, да, они обследование все она прошла, назначили ей лечение, мы подавали. Тьфу-тьфу-тьфу, ни одного приступа же не было больше. Да, витаминчики поделали. Витаминчики поделали, какие-то там, да, что-то для мозговой деятельности, что-то мы ей капали, там давали. Да, сколько бы эти вот больные на всю голову люди, да, знатоки гамадрил, не писали, ой, да то, да сё. Да что там, витамины, хихихаха. Все в порядке. И это мы видим на всех своих животных, что все, что назначает доктор Василий, все действует. И вот по всем это видно, что по львам, что по обезьянам. Посидите сами тоже без витаминчиков. Без солнечного там света, без витаминчиков, да, без Д, без Е. И я посмотрю, какой у вас будет иммунитет и все остальное. Вон они, чебурашки. Степа.